Всем привет! Переменчивая погода в Кемер. Сейчас мелкий дождик. Все очень быстро меняется. То выглянуло солнышко, то снова тучки. И снова мелкий дождь. Перед вами LC Вайкики. В ближайшее время он должен открыться. Так, сейчас уточним точную дату открытия. I'm sorry. Омбеш. Майс. Так и 15 мая здесь будет открытие. Добро пожаловать. Тишикюре дрим. 15 мая открывается Вайкики на проспекте Ататюрк. Так что, кто будет в Кемер, добро пожаловать. Гроза, поют птицы. С правой стороны Кемер Дрим отель. Открытие этого отеля планируется на 1 июня. Ну, в ближайшее время, возможно, мы покажем обзор. Следите на канале. Перед вами мини-зоопарк. Гремит. Идет дождик. Плавают карпики. Ну, а сейчас пройдем, посмотрим, как выглядит море. Вышли показать пляж и как выглядит море. Работники отелей приводят порядок, что не успели, доделают сейчас. На море тихо, спокойно, но пасмурно. Кемер сегодня. Пустые пляжи. Все готово к приему гостей. Осталось дело за малым. Продолжаются работы на пирсе отеля Golden Lotus. Единицы отдыхают у моря. Сегодня скучно в отеле Fame Residence. Практически никого нет. Убежал куда-то и продавец мороженого. Зона отдыха Fame Beach Hotel. Отдыхающих практически нет. Одинокие люди находятся на пляже. Ну, надеемся, завтра будет солнышко, будет новый день, и все будет хорошо. Всем мира, добра. Всем пока.